Областная телерадиокомпания «Мир Белогорья» накануне выпустила новый проект «Знай наших». Это своеобразная цифровая энциклопедия. В ней белгородцы и гости города и области смогут еще больше узнать об исторических достопримечательностях нашего региона. Особо значимые здания и крупные предприятия Белгородчины будут отмаркированы специальными табличками с QR-кодом. Он везет на канал «Мир Белогорья» на сервисе YouTube и позволяет увидеть фильм или программу об этом объекте. Сегодня такая табличка была вручена областной научной библиотеке. Не у всех есть возможность, время зайти в здание, даже вот они знают, что это библиотека, но чем, что скрывается за этими стенами? Пожалуйста, сканировал код, уже имеешь возможность ознакомиться, посмотреть, что же там такого интересного, посмотрев фильм, программу специальную, если говорить о областной библиотеке, это «Места знать надо», Светлана Немыкина и Алексея Зимина, которая рассказывает об уникальном фонде библиотечном нашей областной библиотеки. Также сегодня наша табличка с QR-кодом появилась и на входе в музей-диораму. Те, у кого есть на мобильном устройстве приложение для считывания QR-кодов, уже оценили этот простой и доступный способ получения информации. Я считаю, что этот проект очень важен и нужен, потому что каждый человек может подойти, сосканировать информацию и получить доступ к тому, чему ему интересно. Мы видим всегда что-то новое, хотим узнать, поинтересоваться. То есть здесь есть приложение в телефоне, почему бы не посмотреть? Посмотрел, зашел. Все быстро, оперативно сработало. Ссылка вывела меня на канал YouTube «Мира Белогорья». То есть я там, собственно, увидел фильм, который был скрыт под этим QR-кодом, так скажем. Это очень просто, удобно, практично. Буду пользоваться обязательно. Видеогеография проекта «Знай наших» будет постоянно расширяться. В него войдут свежие выпуски программ «Места знать надо» и «Белгородчина энциклопедия брендов». Вскоре подобные таблички появятся и на других зданиях города и области.